Мечи, мечи, мечи. Здесь борьбец, то есть. Спасибо. А, вам нужно мечи? Для смазки. Я снимаю. Опять меч ушел. Ну, нормально. Нормально.
Да, давай, ты мне просто расскажи, пожалуйста. Ты себя кем ощущаешь? По кружочку не стучи. Нет, я сюда вообще посмотрю. Еще раз. Иван. Thank you.
Начали. Дим, побыстрее. Начали. Хорошо, еще раз так же сделаем. Начали. Хорошо. Начали. Быстрее, и надо будет делать два раза, да? Хорошо. Я готова. Начали. Сережа вышел из кадра. Наоборот. Начали. Последний раз. Начали. Хорошо. Thank you.
открыла. Падаете, а потом уже встаете. А вы как бы отпрыгиваете, поэтому получается, что как бы удар сам по себе не достигает цели. То есть после удара вы как-то падаете, реагируете, а потом встаете на эту позицию. Понимаете? Что как бы заново возрождается. То есть заново, заново. Понимаете? Спасибо.
Перчатки расправляю, потому что это тяжело. Я буду тормозить и полдня с перчатками сидеть. А люди будут смотреть. Как хорошо? Нормально, нормально. Не подходи, не дай мне сразу станешь там растопыренный. Вам не надо больше ничего, вы как бы готовы. Да. Да.